Так, ребят, сегодня видео снимаю. Все, у кого Hyundai, проблемка. Не такая уж проблема, но не нравится мне вот такой Hyundai Santa Fe 2. Датчик, который реагирует на свет, он очень поздно реагирует. То есть хотелось бы, чтобы он пораньше включался. Что я сейчас делаю? В общем, датчик я достаю первый раз. Вот такой вот ключик у меня. Клюшка. Вот я его пробовал с этой стороны поддеть. И с этой стороны, в общем, с этой стороны я его загнал, да, я его чуть вытащил, но оказалось, здесь есть такая прорезь, вот она, вот здесь вот, вот получается спереди, отсюда, да, надо отверточку протолкнуть вниз и уже поддевать его. Вот я его чуть-чуть вытащил. Сейчас попробую полностью достать. Так, вот я, получается, снял не сам датчик, а только колпачок сверху. Но он не прозрачный. Я не знаю, как он на свет реагирует. Датчик сам он здесь. Вот, ну, при желании там тоже вот с правой стороны отщелкивается усик, и он достается. Вот, что я хочу сделать? Я хочу сейчас затемнить его, что-то сверху наклеить. Надеюсь, что поможет. Чуть-чуть покоцал его. Первый раз сюда. Да, вот получается, с одной стороны, вот отсюда он поддевается. И так вот он установлен. Так. Так, я взял вот такая есть шуцфолия у меня. Она не, скажем так, слегка такая затемненная, да, ну как, не полностью прозрачная. И кусок я отрезал и вот сюда вот на нее сверху прилепил. Не знаю, поможет это, не поможет. Понимаю, что колхоз конкретный, но буду думать, если сейчас это как бы все напрасно будет, я чего-нибудь еще другое. Но затемнить ее надо. Не понимаю, как она реагирует, она вообще не прозрачная. А нет, нету, это от телефона отсвечивает. Да, она вообще не прозрачная. В общем, принимает она плохо, да, въезжаешь в тоннель, блин, где-то метров, наверное, 15 проезжаешь, и только свет включается. То есть как бы реагирует плохо. Вот. Ну, поставлю, посмотрю. Что меня еще здесь бесит, это свет. Сколько машин было у меня. То есть вот сейчас дверь открыта, горит только сзади. Спереди только самому включать. То есть вот этого я не понимаю. Обычно в разных машинах сколько было, ты ключ, машину заглушил, ключ достал, и свет загорелся в салоне. Здесь этого нету. То есть тут надо только двери открыть, только тогда включится сзади свет, и как бы спереди его вообще не хватает, очень темно. Вот, ну, с этим буду тоже попозже разбираться, возможно, какую-нибудь ледовскую лампу здесь сделаю. Ну, что-то придумать надо будет. Поколхозить. Вот, сейчас я эту
штучку назад присобачу. Где-то она у нас там. Да, ее еще правильно надо присобачить. Вставляется она уже хреново почему-то. Смотреть почему. Защелкнул здесь. А здесь что? Не защелкиваешься ты, зараза. Ну, в общем, сейчас я помудюсь чуть-чуть. Так, ну, в общем, я ее вставил. Однако вставляйте сначала эту сторону. Легкими такими шевелить ее, защелкнуть с этой стороны, а потом уже с той стороны защелкнуть. Только так я смог ее посадить на место. Ну, я не знаю, сейчас в принципе еще так светло, но посмотрим, как она нас поведет в тоннеле, как раньше включится. На крайняк я не знаю, блин, мне этот, честно, колхоз не нравится, но я не знаю, как он работает, как он реагирует. Дело в том, что когда вот рукой закрыл, нифига. А нет, включается, по-моему. Вот. Я его закрываю, только секунд через 10 оно включается. Это что за фигня, блин? Ладно. Посмотрим сейчас. В общем, попробовал сейчас найти пункт. Ну, центр, допустим, да, прикрыл. Ну, свет не включается. Значит, прием света идет полностью по всему куполу. Но реагирует очень долго. Вот я закрыл, держу, держу. Оп, только включился. Короче, надо к дилерам заехать, узнать, может, есть новые какие-то датчики, более усовершенствованные. Ладненько. Все, всем пока.